Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня вместе с вами приготовим аджарские хачапури, чуть-чуть отступая от классического рецепта. Как готовить тесто? Рецепт есть у меня на канале. Ссылка в описании. Сейчас разделяем тесто на части. Накрываем тесто и оставляем на 10 минут. Готовим начинку. К творогу добавляем тертый сыр, белки и по вкусу соли. Наша начинка готова. Раскатываем тесто. С начинки выкладываем бортик. Готово.
Заворачиваем бортики. Соединяем кончики. Выкладываем на противень. Добавляем начинку. Отправляем в разогретую духовку выпекаться. Выпекаем до румяной корочки. Наш хачапури готов. По желанию добавляем желток и тертый сыр. И отправляем обратно в духовку на минуту. Желаю всем приятного аппетита!